Так, народ, сразу говорю, это демо-версия. Я вообще-то хотел эту игру купить, но что-то меня постоянно смущало, или какая-то еще хренатень происходила. А, она без скидки никогда не была. Ну, не видел ее со скидкой. Но, в принципе, поспрашивал ее у людей, написали... Да вы написали, если честно, народ, вот хренатень. А здесь разработчик, что-то там Blizzard какой-то там, шуры-муры, ля-ля, тополя, игра должна быть хорошая. Неважно, что разработчик он какой. Я разработчиков даже сам лично многих знаю. И люди, короче, с прямыми руками, они не разрабатывают игры, простите меня, на площадке не Steam, нигде бы то ни было. Где-то вообще настройки звука. Потому что у них предложение о работе больше, чем времени для занятия вот такой вот херней под названием. Вот он. Так, окей, мюзик, вообще-то по ней тише сделал. Я вам немножко предысторию расскажу. У этих людей нету времени вот так вот делать, сидеть игры. У них все время забито, они получают, да, они получают охеренные бабки. А то, что у него писают, он вот тот разработчик такой. Но это два варианта. Либо он не может найти работу, либо у него кривые руки. Меня вот поэтому смущало, так что давай посмотрим. Я не знаю, что тут конкретно. И языки-то вообще выбор есть. Ну, к примеру, я вижу Destin Tarantel Medium. Я вот на хайд поставлю. Дай-ка я посмотрю, какая нагрузка-то на ПК вообще будет. Так, пока 30%. Creation rate. Quality. А, ну тут 8. Так, ну хотя бы Particle Rate. Ладно. Ограничения по FPS у тебя тут есть, дяденька? А вот, Max Frame Time. 45. Больше мне не надо нафиг. Так, ну, я могу сказать одно. Дяденька хотя бы соображает, что там в настройках видео. Это уже видно. Сейчас посмотрим. Ну, правда, вот я не могу понять. А, уважаемый, вам чего, тяжело так через переводчик Google Translate хотя бы запиндюрить кривущий перевод? Блур. Вот насчет этого спорно. Почему? А, он unable. Насчет Блума, хрен с ним, посмотрим, что в этой игре будет за Блум. Если что, можно его, надеюсь, будут отключить. Так, Disable Music. No, Rate... Скрипт Garbage Collecting Rate. Блин, я не знаю, даже включать это или нет. Так. Ладно, поехали. Ага, разные уровни сложности еще есть. Сейчас, секундочку. Графика неплохая. Че писали, что графика ужасная? Кое-что заинтересовало по опциям. Так, нет, старт, вот normal. Normal start game in multiplayer. Тут я могу выбрать? Нет, не могу. Итак, мы тут... Блин, слушай, неплохой графончик. Че меня пугали? Блин. Хрен с вами. Не, нормальный графончик такой. Правда, я вот непонятно как-то двигаюсь. Красиво, слушай. Ядрить налево, хрена он прыгает тут. Давай-ка прыгнем, посмотрим, что у нас там за... Непонятно. У меня, если интересно, кому три игры... Ой, не три. Три игры я буду покупать, у меня где-то 15 игр на покупку.
Я, в принципе, да, уже говорил как-то не раз. У меня есть другие аккаунты. Я думаю, через казахстанский может прикупить все эти игры. А вот не хочу потом сделать отдельное видео. Думаю, блин, поклянчить ключи у разработчиков. Надоело, блин, сейчас не получается переводить, блин, игры с других аккаунтов. Это немного обидно, если честно. Ой, у меня тут кораблик будет. Чего? Я не знаю, про что эта игра, сразу говорю. Странно он выглядит. Можно хоть какой-нибудь фонарик на него, блин, поставить? Очень странно. А какого лешего мы оказываемся так далеко от корабля? Ну, выглядит так, более-менее. Я и хуже строил. Чё, никто не строил летающий кирпич? Почему С? Не знаю, у кого тут что будет, блин, у меня вопросов много. И что это такое? Ну хорошо, давай нажму С. А, у нас даже фонарик есть, круто. А, F надо нажать, ну ёпта. А, Airlock. Тут даже кислород есть. Так, есть что-то в ящике полезное. А как мне сюда залезть? Хороший ящик, который я не могу залезть. Свинство, по-моему. Так, Operation Computer. Weapons. Ship. Так, Ship Health. Количество кислорода, да? Можно открыть все двери. Ну ладно, у меня теперь будет бластер. А то их два вида. Один в левую руку, другой в правую, что ли? Вот хренушки у меня. Ну, в принципе... Вот такой мне больше нравится. Так, ладно, открывайся, скотина. Хрен мне. Так, бластер мы взяли. Бочка. Ну, я рад очень. Это дополнение, типа, да? Мы еще будем, походу, и пожар тушить. Storage closet. Как дверь-то, ёпта, закрыть? А, они автоматически закрываются. А что же вы не открываете-то автоматически? Ну ладно. Так, здесь у нас что? Еще одно хранилище, в которое я не могу засунуть свою рожицу. Очень, блин, обидно. Потому что я с виду корабль был вроде как... Рокет-бластер, вау. Так, еще один у нас будет... Рокет-бластер. Даже не знаю. Так, посидеть не можем. Могу создать хоть возможность посидеть.
Тактикс. Ладно, у нас тут комнатка еще одна. Пилот Wave Radio PLZF. Critical, Close, Documentation. Окей, ни хрена не понял. Ну, зато я везде могу брать вот такую ерунду, да? И вот бластер есть. Вай-вай-вай. Сканер. Аппалауэр. Зоника. Зорика с устьем. Круто. Теперь можно отсюда мне выбраться нафиг. Так, Operation Computer. Колес. Угу. То есть смотри, снаружи не видно, что стекло, но снутри видно. Забавно. Так, у нас тут есть еще подъем на второй этаж, но мы здесь еще не все облазили. Асин файл ни хрена. Везде можно взять огнетушитель, это хорошо. Меры пожарной безопасности кое-кто соблюдал, видно. А душ где? Или тут они в туалет ходят и не душатся? Так, мы что, команду сможем еще набирать? А, это я здесь был. А здесь у нас что? Капитанский туалет или что? Или на нас напали? Так, побежал я срать? Это мне что-то напоминает, если честно. Угу, еще одно хранилище. Как любопытно. Что такой компактный корабль, интересно сделал, нет? Батарея Рэй, это у нас чё, ржейка? Генератор. Почтейбл. Здесь у нас наверху вообще чё? О, каютки, поспать можно. Жалко, не с кем. Ну, каюта отдыха. Значит, в принципе, да. И бластер висит. А тут осталось... А, это не каюта отдыха. Это двуспальная кровать. Ты меня сегодня плохо удовлетворил, дорогой. Взяла бластер и пристрелила нахрен. Будущее, оно такое. Душ есть, вау! Капитан, можно я к вам помоюсь? Или как-то мэм. Или жена капитана, здравствуйте, душ. Знаешь, так, в полном разгаре. Процедура такой. Капитан, я мыться. Сорян, у нас души нигде нету. Мы к вам. Ты командой. Команда человек 30 или сколько здесь поместится. Ну, я не знаю, тут будут ли нестандартные семейные пары, но человек, думаю, 10 может и влезет. Так, ладно, хрен ты с ним. Давай попробуем мы сесть за штурвал. Ага. Пробил взлет. Можем стрелять. Управление. Ну. Не скажу, что супер-дрюпер. Shift вниз. Пробил вверх. Ну, стандартное привычное управление. Пресет. Мы даже фонарик можем включить в космосе. Ну, это. Хороший, кстати, фонарик. Я тебе что скажу, вот в Империуме была беда всегда с фонариками, мягко сказать. Так, ладно, с этой планеты мы линяем, я так понял, да? А топливо нам не нужно? Топливом будут озаботиться, было бы неплохо пойти там пособирать какой-нибудь газовый облак и топливо. Вообще игра сейчас дорабатывается, разрабатывается или нет? Сейчас я дай хоть посмотрю-то. Родина, страница в магазине. Так, 2014 год. Ни хрена никакой инфы. История обновлений. Не, тут он что-то делает. Джетпак релизнул. Хедмап релизнул. Ну. А, так мы можем даже с кабины выйти. Как интересно. А, щитов у нас никаких, простите, нету. Ship press R, mouse button, turn ring, clutch and cost.
Их, это что такое? Карта тут есть какая-нибудь? Это типа форсажа или, блин, вообще чё? С гравитацией пока боремся, какая прелесть. Ну, кстати, неплохая здесь музыка. Air Mouse Button. Alright, ну. Мы от планеты вообще не можем отдалиться. Почему? Ладно, да, попробуем отлететь от нее подальше. Скорость сразу теряется. Вроде отлетаем. Куда ты, скотина, поворачиваешься? А, понятно. Следует за мышкой. Можно даже так поуправлять. Ой, какое ужасное управление. Это кошмар. Так, ладно. Мы летим? Летим. Хорошо. Operation Computer. Operation Computer. Сканер. Что-то ни хрена не понял. Thank you.
И чё? Я чё-то ни хрена не пойму. Мы чё, как-то должны здесь что-то поисследовать? На этой планете? Написал тирют. Блин, альтернативное меню тут есть какое-нибудь? Это у нас название планеты еды или что? Я понять не могу. Астрономи. Это у нас называется Судорика Сустим. Мне надо вот туда. Я даже не знаю. Давай попробуем залететь. Там что-то есть интересное. Я что-то сомневаюсь, скорее всего, это просто планета. Присели. Чего? Что дальше-то? Я тупой, наверное, да? Не понимаю эту игру. Я что-то реально еще въехать не могу. Хорошо, дальше-то мне куда? Дяденьки и тетеньки. Ну, не знаю, давай полетим по планете. Здесь я никаких планет больше не нашел. Мы можем стрелять. Хоть и криво, но можем. Есть ускорители, ёпта. То есть понятно, форсажные двигатели типа и все. Что это у нас тут такое? Так, как тут фары-то врубаются вообще? Да, еще вспомнить бы, блин. А вот. Да,
Так, кажется, я отключил АБшку. Автоматическое торможение. Так, а вот это интереснее уже. То есть, ну, это интересно разработчик сделал. Я просто додуматься не мог. Но вот это уже интереснее. Так. А что у нас там такое есть? Что это такое вообще? Spaceport. Это Архиз. Так, запчасти от корабля, так полагаю. Или мы можем это все-таки посмотреть? Надо же... А, мы можем это собрать. Немножко обидно, но ладно. Так, you pilot ship to bird to switch secondary weapon. Не, я понял, мы ракеты собрали. Ага. Ни хрена мы ракету собрали. А вот это что такое маленькое? Это ничего. Ну, блин, обидно. Так, ну и сколько мы тут ракет напиндюрили себе? Хороший вопрос. Это у бластера патроны бы сделать кончаемые. Топливо тоже бы сделать здесь, чтобы оно кончалось. Уже вот 100 раз интереснее играть. Я напишу разработчику. Может, здесь так оно и сделано, хотя я что-то сомневаюсь. Но управление здесь довольно уникальное. То есть, да, человек понимал, что надо сделать. Не сразу догоняю я до такого. Но ничего не поделаешь. Так. Ну, попробуем давай добраться хоть до куда-то. Ну, вместо топлива какие-нибудь тут реактивные элементы бы находить. Так, 4 ракеты у нас есть. Угу. Это никак не влияет. Аж нет, это нет, это нет. У нас как бы вот... Не, неплохо, типа такого форсажа. Так, стопы. А что я тут вижу? Какие-то цели непонятные. Можем астероиды подобывать. О-о-о. Так, давай ты не будешь кружиться. Значит, не могу понять, что это у нас такое все тут сияет, зияет. Ах, это астероиды.
Я понимаю, что это астероиды, а вот подбывать-то их типа как-то можно или что? И хотя бы резаться. Не такие обычные астероиды, может что-то и есть, кстати говоря. Терские... Ладно. И без обышки, без... Этого обойдусь, но очень интереснее стало. Давай-ка посмотрим все-таки, что это за хренотень тут такая сияет. Судя по всему, мы еще сможем даже с кем-то постреляться. Ой-ой-ой-ой. Ничего нету. Да ладно тебе. Просто астероид, да? Печалька. Ладно, давай по другим астероидам быстро пробежимся. Вообще-то, почему они такие все похожие друг на друга? Чё, текстуру нельзя было добавить различного рода? То вроде задача, мягко сказать, несложная. Значит, по идее, мне надо сейчас переться к астероидам и высмотреть какие-то интересности, да? Или чё? Сканером тут порыскать.
Не, должны же какие-то астероиды здесь выделиться. Вообще, почему скорость не показана? У меня вопрос такой мучает. Да я вообще прусь, нахрена я сюда прусь. А вот там, мне кажется, что-то вижу. Вдалеке, да, что-то мигает. Ну да, сейчас там вдалеке там есть. Надеюсь. Найди спейспорт. Гениально. Вы просто гении. Operation компьютер. Да ладно, я понял. Что ни хрена я не понял. Так, ну попробуем, давай. Давай ни в чем не разберемся. Какая прелесть. Так. Ладно, ты пока лети, я пошел срать. Где тут туалет был. Эх. Ну, на стол на сруда и все. Так, ладно, шутки шутками, но что-то я не понял вообще, куда тут надо лететь. А вот, туалет, да? Да вот нифига подобного. Интересно, конфигурацию корабля-то хоть менять можно будет? Я вот так лечу куда-то, вот, вот вижу, вот лечу. Куда я лечу? Хрен поймешь. Летим пока что ближе к солнцу ориентировочно. Это мы вот настолько пока отдалились от астероидного пояса. Я, конечно, извиняюсь, я вот понять не могу, что тут делать надо. Вообще. Найти спейспорт, это я понял. Как? Ладно, я на этом первый взгляд закончу. В принципе, эта игра сделана хорошо. Я бы ее взял под страховки, не знаю, со скидкой. Что как-то я смотрю, ни хера тут непонятно пока что. Вот куда-то я лечу. Туда, да? А туда ли я лечу? Сколько времени на это потрачу? Вообще, здесь есть какой-нибудь гипердрайв, еще ускорение времени тут. Ля-ля-то-поля, 3 рубля и 10 копеек.
Хорош тут болтаться. Давай по управлению посмотрим. Oh, face. Bomba difficulty. Это что-то не то. Так, activate F, фокус Т, вау. Кучер маус, кучер спидап, спиддаун, open inventory tab. Выбрать оружие, инструмент сменить, камера. Enchantment X, move forward, jump. Space. Roll right. Post look, скриншот моды. Я ничего полезного не увидел. Вообще. И даже не понимаю, что тут надо делать. Уважаемый разработчик, а можно стрелочкой? Куда мне лететь? Я ни хера не понял. Ладно, на этом я закончу тут. Я не знаю, что с этой игрой делать. Вот, честно. Я не зря сомневался, что ее не стоит брать. Почему? Потому что я вот не могу понять, что здесь делать. Куда лететь? Зачем лететь? Как просканировать здесь? Вот как здесь просканировать все астероиды на предмет наличия чего бы то ни было? Или сканер у нас такое тут говно, что мы не можем ничего просканировать. Вот как просканировать? Где сканер? Ну вот. Какой жопу это сканер, вот вы мне объясните. Где кнопка? Сканинг. Пролетел он такой радует. Ти-ти-ти-ти-ти, просканировал. Ага, что-то нашли. Полетели дальше. Здесь просканировали. Что-то нашли. Помечаем другим цветом. Где это? Уважаемый разработчик, может вы поиграете в игры подобного жанра и хотя бы поймете, как сделать более-менее адекватное, мягко сказать, управление, что ли. На этом, в принципе, я закончу. Нет, народ, пока эту игру брать я смысла не вижу. Тут банальные вещи доработать надо. Просто тупо банальные.